Муфтият Дагестана оказал финансовую помощь в строительстве мечети в Воркуте. Это один из самых отдаленных городов России, который находится в тундре. Помощник муфтия республики Мухаммад Магомедов передал денежные средства местному имаму и принял участие в закладке михрабной ниши мечети. Для дагестанской делегации провели экскурсию по объекту. Кроме помещений для омовения и молитв, здесь планируется обустроить библиотеку, музей, выставочный зал и парк. Такой формат позволит рассказывать посетителям об истории, культуре и быте мусульман всех национальностей. Они привезли ту финансовую помощь, которая нам очень нужна на сегодняшний день на стадии строительства мечети, первой мечети в арктической зоне. Через наших братьев-мусульман передали нам это средство. Это для нас огромная сумма. Это та сумма, которая перекроет наши расходы по заработной плате, по закупке стройматериала, по оплате транспорта, автотехники, которые мы часто используем. Мы знаем, что мечеть объединяет. И сегодня то, что мусульмане в городе Воркута строят такую мечеть, это большой подарок не только для тех, кто живет в наше время. Мечеть живет годами, столетиями, и она будет